Мой авторский стих Владимира Васильева, город Одесса, Украина. Кто ближе матери, чем дочь, который издан в сборнике моих стихов «Берега» в типографии в 2020 году. Кто ближе матери, чем дочь? Никто. Об этом люди знают. Кто лучше сможет им помочь? Сами. И обе это признают. Улыбка чья для матери родней, милей и краше, и понятнее, а дочка рядом вместе с ней, то ей и матери приятнее. Так кто для матери родней? Да дочь ведь матери виднее. Пусть рядом смотрит издали, ведь дочь есть дочь, хоть и вдали. Кто сможет доченьку понять и дать ей правильный совет, услышать искренний ответ, лишь только любящая мать? Кто может доченьку узнать из всех живущих на земле, лишь мать, так сразу и обнять, прижать в объятиях тепле? Я вас люблю, и я в плену. Одна другой прекраснее, лучше Людмилу как законную жену, Ирину же как дочь. Кто лучше?